Всем привет! Сегодня у нас крысомойка, или как открывается? Мы будем мыть крыс в игре Red Ocean Tycoon. Так, а с чего начинать? У меня есть деньги какие-то? Давай, гайд. О, мы можем бесплатно купить Grey Red. Есть, Grey Red 2 за 10 баксов. Нет у меня 10 баксов. Come here with you. Где ты есть? Апгрейд? Ничего не могу апгрейд. Да, wash here. Ага. Ага, вот мои крысы. Две крысы. Вау! И что делать? Вот я их коллектую, и что дальше? Вот я собираю крысы. У меня пока 4. Вот 5, есть. Come with me. Come with you. Короче, я собираю тут крыс. И начинаю их мыть. Крысы моются, ванная для крыс. Они там не тонут? Просто там пропадают. Просто там пропадают. Короче, я их мою, а они пропадают. Интересно. Так, я соколлектнул этих крыс. И вот могу купить еще одну Grey Cat. Кстати, мне кажется, что будет хорошо, это чтобы поставить translation, когда я это делаю. Mm-hmm. О, вот сколько крыс, смотри, у меня. Сколько я насобирал? 6. О, вот еще. Покажи, может, на камеру, или ты их соберешь сейчас всех. Та-дам! У Кати завал разноцветных крыс. Короче, у меня тут тоже. А это они из мусорок! Они там в мусорках! Да. А собирать я могу безлимитно, да? Сколько хочу. Я могу реберс делать. Вау, Катя уже реберснет. Автовош можно делать даже. Вот мои крысы попадали. А ну, где крысы? Посмотри! Я моюсь с крысами. У Кати крысопад. Плохо видно, видно. Водопад. Видно, крысопад. У Кати падают крысы кучами. Крысопад. А что я не смог? Посмотри на мои деньги. У Кати 700 тысяч уже денег. Так, что это? А в того же заробок цветока, да? Так, у меня есть деньги, могу купить что-то? Это автоматически. Так, это были белые крысы, а дальше, точнее, были серые, а сейчас будут белые крысы. Yes. Я могу апгрейднуть? Не могу, у меня пока нету денег. Хорошо, сколько у меня там крыс уже? А ну, о, нормально, 14, 19, 20, ей, 22 крысы. 5 миллионов, чтобы ребертать. 5 миллионов денег? Ну у тебя уже сколько, миллион есть? И вот мои крысы, где они? Раз. Что-то немедленно так падают. Так, а если апгрейдну, что, будет что-то лучше вот это, если я нажму? Пом? Это они что, быстрее начнут падать, что ли? Я не понимаю, что оно делает. Вот я апгрейду. Быстрее моет. Ага, и плюс 2 бакса дает. А если я сейчас куплю белую крысу, то она будет давать больше баксов, да? Угу. Ну, прикольно. Так, автоколлект это только за робоксы, да? Не надо нам автоколлект за робоксы. Спасибо, я знаю, как сделать автоколлект. Дабл. И автовош for free. Как? Так что собери всех крысы пока что. Да, вот собираю. Ну вот, у меня их немного, поэтому... Пойди на самую серединку мэпа. На серединку карты, привет! Да? Угу. Вот какие-то трубы. Я покажу, что делать. Эу. Да. И что здесь? Стой, стой, нет! Стой. Она убьет тебя. А, уйти? Да, так что сюда прыгни. Эу. Прыг. Угу. Так, сюда. И, о, вот это мои нелюбимые. О, получилось. О, получилось. Кого? О, получилось. Теперь. И что дальше? Теперь сюда, сюда, сюда. Угу. Не двигайся, покажи. Иу. Так, сюда. И тут надо на... То есть... прыгать надо, я понял. Ага. Я тоже подожду. Есть. Смотри, сейчас. Тоже перепрыгивать надо. А! Прыг. Прыг, когда черный. Ну, понятно, только я зря и поспешил. О, а можно было начинать, смотри, отсюда. Да, или я отсюда начинал, нет? Нет, я покажу тебе, что там. Так что смотри, сейчас спрыгнет лес. Зачем? Не спрыгни. Ну, я же почти здесь. Окей, уже. Ладно, не прыгай. О, ладно, я спрыгнул. Да, где, что? Так что, сейчас, осторожно. Не трогай эту жидкость. Слизь, она мертвая, ну, как-то убивает, да? Так, сюда можно. Угу. И потом сюда. Ага. И потом быстрее. И типа ускоритель такой, да? Так. Так, это у меня уже там миллион крыс, наверное. А, да, про крыс. Когда полный tub, они не будут удаляться. Не будут удаляться? Будут. Так, еще один. Три, два, один. Воск! Катя, ух! А, но все равно. Есть, я прошел. Куда мне дальше? Так,
Есть, и кнопочка какая-то. И что это будет? Вау, что это? Пап, быстро собирай крыс. Быстро бегу собирать крыс. Всех надо собрать? Не автоматическая будет ложиться. А, это только какое-то время ограниченное, да? Да. А, то есть не обязательно это делать, да, получается? 50 секунд. Ага, окей. Ну, но зато у меня сразу быстро деньги пойдут. Скрабин суфри. Это они из мусорок. Они лазят там по контейнерам мусорным. Это типа вот Так крысы тоже. Крысы больше, чем даже. Да, и лисы. Ну, у нас в Англии лисы, но вообще во всем мире крысы вот везде по мусоркам лазят. Окей, у меня скрабин суфри. Так, ей-ей-ей-ей-ей, 50 секунд. Ну, в принципе, да, неплохо, но я думаю, что это не обязательно, да? И ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, у меня уже 180 дней. Мне кажется, надо больше тратить идти. Правильно? Конечно, иду больше тратить. У меня есть, нет белых крыс. Мне по 4 дает. Значит, если апгрейд, по 2. Ой, также есть по 2. Зря апгрейднул. Так, что здесь? 30, 40, 50. Я сейчас кучу крыс накупил. А, больше нету денег. Так, у меня пока 50 денег. А скриблера у меня... Вот белые крыски, смотри. Есть серые, а вот белые. Они такие классные, они с красными глазами. Там есть еще разный цвет. Па, помнишь, мы играли в Рейза Флопа? Там да. Флопа как крыса. Флопа тоже будет тут? Да. Это надо прокачаться много, наверное, чтобы был флоп. У меня есть новогодние, потому что я тут была на Новом Годе. То есть рождественские. Угу. Так, есть. И почем белые будут? По 5. Да, эти по 2, эти по 5. Так, если апгрейдую, что это будет? Просто скорость, да, больше? Да. Значит, я просто пока куплю крыс, если можно. Да, я купил... Small Red. Small Red. Это маленькая фиолетовая. Угу. А ну-ка, где они там у меня? Пока не вижу. Флоп! Есть, маленькая фиолетовая. Точно. Она, как ты говоришь, как флопа маленькая. Ой, я ее съел. Вон она. Вон она, вон она, вон она, вон она, вон она. Ага. Ей, крыска. Да. Вау, точно, у Кати флопа есть. Ну, наверное, много денег стоит флопа. Ну прикольно, у меня уже так много этих крысок. Короче, надо продолжать покупать. Правда, я не уверен, ли у меня есть деньги. Так, сколько тут надо? 120, есть деньги? 140. Сейчас будет и 140, я думаю. А ну-ка. Ну да, 140 чуть медленнее идет. Наверное, надо пойти собрать немножко. Фиолетовых так много уже. Короче, очень прикольно. Крысомойка, я в шоке. Только жаль, что не видно, как они там моются. Было бы прикольно, если бы они грязные туда залетали, а выходили чистенькие. Чистые вообще из мусорки. Угу. Из мусорки, да, обычно все чистые выходят. Так, смотри, я наверх пришел. А что здесь? Па, у меня Кать. Да, это вторые мусорки. А, это я их еще не апгрейднул просто, не купил, да? А что еще выше? Это от Смурать. Еще выше, еще мусорки, которые ты не купил. Ага, у меня тут еще ничего нет. А, да, окей. Там должно. Бум. Есть. Вау, сколько у меня крыс. У меня уже 200 денег. Да. И та-да-дам. Па, у меня есть очень классная идейка на апдейт. По 10 стоят фиолетовые крысы. Так, 140. Да. Еще. Да. Длинная крыса у меня, новая какая-то. Вон они. Это они длинные, нет? Нет, это обычные. Так что да. Да, что? Моя идейка на апдейт, это как? Чтобы все крысы разные будут. Ага, да. И потом, когда ты их поставишь в мойку, они помылись, они теперь чистые. И потом там будет маленький ван. Угу, чтобы загружать их? Да. А вот мои длинные крысы. И потом отпускать их. Длинные, как колбасы квадратные. Да, было прикольно, да, на апдейте. Стой, что? Да. У меня тут флопа застряла, ты его видишь. Ага, и ты не можешь его собрать? Не-не-не, это в... В мойке. Флопа никак не может помыться в мойке, застрял там. А, это как я, очень долго купаюсь. Угу. Так, у меня 300 денег, и я могу что-то купить, да? Лонгред. И могу купить еще один лонгред. У меня 3 лонгреда уже. А следующий будет толред, высокая крыса. По 200 денег стоит. 200. О, я уже вот скоро 200. Есть 200, да? Та-дам! Есть! Высокая крыса. А ну какая она высокая крыса, аж интересно. Еще высоких у меня не было. А ну-ка, где высокая крыса? А, вот она! Стой, что? Вот высокая крыса. Класс, ну Паша. Что там у тебя? У меня все еще крыс высокая, твоя вещь. Может тебе надо обновить игру? У Кати еще... А может ты тогда когда-то купила новогодние, у тебя остались? Да. У меня уже, наверное, не будет. Подарок, крыса и
Олень, показать тебе? Покажи. Сейчас, я... Жаль, что нельзя прийти к Кате и увидеть ее крыс там настоящих, живую. Можно увидеть. Смотри, так что... Сейчас. Так что... А, да, тут есть еще Snowman Red. Вау, крыса новогодняя у Кати. Что, горка новогодняя. Да, олени! И потом Snowman. Это олененок, да? Да, и потом есть... Смотри. У тебя 2 миллиона денег уже. А тебе сколько на реверс надо? Да, у меня не 2 миллиона. Я просто не продавала таких. Угу. У меня 100 каждых. А как? А, у меня тоже куча. Получается, чтобы быстрее они продались, надо идти что? Прокачивать мойку, что ли? Да. Да, надо, наверное, прокачать. Вот за 200. Оу, следующая за 1000. Не-не-не, сильно много. Да. Я куплю новую крысу, и она будет... Круглая? Да. Две могу купить круглых. Она будет фиолетовая. А ну проверим, синяя. Где круглая крыса? А ну-ка, синяя круглая крыса. Смотрим. Как много. О, есть мячики. Вот она. Хе-хе. Вон еще одна катится. Если эти ползут, то эти реально катятся, мячики. Прикольно. Так, пойду еще куплю круглых. И следующая круглая крыса. 400 денег. Могу купить за 500 новое что-то? Да, могу! Крыса сырная! Где моя сырная крыса? Она как cheese triangle. Треугольная? А ну-ка. Где она? Вот! Сырная самая мне нравится больше всего. Она больше всего похожа на крысу, треугольная такая. Круто! И она же, наверное, денег стоит много. Потому что все подешевле. Та-да-дам! Я могу купить еще одну сырную? Да. Новая 1000, вау. Следующая уже А потом будет пицца-крыса. Прикольно. Пицца-крыса. Вот они все моются. Пицца-крыса будет прям как сырная крыса, но будет похожа на крысу. Она slice of pizza. Угу. Только другого цвета будет, да? Да. Сколько у меня крыс. А я сейчас увижу, сейчас я куплю. Ну как сейчас, немножко еще. Так, 300. Мне надо 1000 сколько? 1250 на пиццу крысу. 1250. Скоро будет. Есть. Уже 1000 есть. И... Есть. У меня есть деньги на пиццу крысу. Идем встречаем ее. Следующая пицца крыса стоит 1500. А ну... Так, сырные я вижу много. Я знаю, какая у тебя будет любимая. Пицца, что ли? Вот! Вот она! Это пепперони, нет? Пепперони. Пицца-крыса! Мне кажется, да. Я знаю, какая у тебя будет любимая. У меня ее еще нету? Нет. Ага, ну прикольно. Шарики прикольные. Сыр вообще классный. Ну, да. Пицца клевая, но не так. Суповые и фэнси рат. Да, ну, а пицца разная, смотри. Есть пепперони, есть с мясом какая-то, видишь? Нет, с мясом, которое это... Вверх ногами. Угу. Это просто она перевернутая, да, поджаренная. Так, 1500 и 1750, пока нет, 1750. Что ты имеешь в виду поджаренная? Ну, в смысле, ее, ты видишь дно, не сыр, а не колбасу, а другое. Так, сколько у меня крыс уже. Где пиццевые крысы? Пиццевые там тоже были, вот пиццевая. Две пиццы крысы, Вау, их сколько много! Я представляю, сколько у тебя, наверное, завал их там. Просто... Что, у тебя не ванная не может их всех переработать, что ли? Не-не-не, я просто их собираю и потом продаваю. Угу, ты что не продаешь, ты мы их моем. Ну еще продаваем. Крысовая мойка. Так, сколько? Есть новая. И могу ли купить я донат? Могу купить донат, у меня сейчас донат будет. А ну-ка, где донат пицца? Пиццы прикольные, сыр вообще самый мой пока любимый. А где донат? Вот он! Донат самый крутой! Да, донат самый крутой. Я собрал донат, иду продам и пойду что-то куплю. Так, сколько там у меня денег? 1900, а мне надо 2500. А, уже есть. Есть. Следующая 3000, донат пицца. Не, ну прикольно. Знаете, с крысами вообще идея шикарная. Только вот непонятно, почему все-таки это мойка. Я бы сказал, это какая-то крысоловка, что ли. Ну, не знаю.
Мою крыс. Зачем их мыть? Вот скажите, зачем мыть крыс? Не знаю. Где донатсы мои? Вон, один вверх ногами вижу. Донатс, ты что там застрял? О, еще один. Вот донатс, вот донатс. Что ты вверх ногами, а? Иду я куплю еще одного, наверное. И этот вверх ногами. Ну что они все не так падают? И вон еще один опять вверх ногами. Смотри, ушки. О, перевернулся. Где еще есть? Опять вверх ногами. Короче, все донатсы мне почему-то падают вверх ногами. Последние 3000 у меня есть. Следующая суповая пицца. Второго этажа падают. Пицца-суп. Интересно, это что, тарелка будет, что ли? Так, да. Сколько надо денег? Сказать, как она выглядит? А сейчас я увижу. 3500. Я уже купил. Коричневая крыса из Рататуя. Так, коричневая крыса из Рататуя. Где она? Где суповая? Она ест суп. Так, пока не вижу. Я одну купил, но пока не вижу. Все донатсы вверх ногами, вижу, валяются. Она ест суп. Вот она! Кто успел увидеть, да. Она реально с тарелкой. Вот почему ее сразу не видел. Она с тарелкой. Она как вот эта красная крыса. Только она с тарелкой супа. Еще где? 3, 2, 1. Где моя суповая тарелка? О, я нашла! За тобой там... А, нет. Нету? Эй, суповая! Супик! Мне кажется, их так много, что мы просто их теряем. Они где-то вот закрываются и не видно. Надо пойти купить еще одну, чтобы их было больше. Вот она коричневая. Вот темно-коричневая, вот не видно суп. Все, собираем. Пойду куплю еще одну. Иу, сколько у меня крысок. Продаем. И покупаем еще одну суповую крысу. 4500 следующая стоит. Да, да. Итак, суповые, где вы? Вот она коричневая, темно-коричневая. Темная такая, да. Вот суповая с тарелкой. Вот с тарелкой супа. 10000 у меня уже. Я, значит, могу сейчас купить не только суповую еще одну, могу еще одну купить, какую-то новую совсем. Сейчас быстренько пойду на мойку, отправлю всех. И покупаем суповую. И какую еще? Фэнси! Ты говорила, Фэнси будет моя любимая? Я две могу купить сразу Фэнси. Так, где Фэнси? В чем она модная? Это Фэнси, это модная? Дорогая. Фэнси. Вау, в шляпе! Да. А ну-ка. Ой, перевернулся. Фэнси Ред. Прикольный, он такой джентльмен, короче, да? Джентльмен. Круто. Прикольно, Фэнси Ред. Так, иду, продаю. Да. У меня не только флота застряла. У тебя уже две застрявших? Следующая пчелка. Смотри. О, у Кати куча застрявших в мойке непомытых крыс. Может, они сильно грязные? У меня все моются, у меня все good. Мне кажется, это глюк в игре просто какой-то. Да, мне застревает. Вау, сколько у меня их тут. У тебя тоже такой завал? У тебя еще больше, да? И круто. Пчелку. Иду покупаю пчелку. Так я что, за одно видео до реберса дойду, что ли? Ну, я смогу же все открыть крысы за одно видео? Нет, вряд ли. А где мои пчелки, кстати? Я же купил пчелку, пока не вижу. А вот она! Вот это, она как настоящая пчелка. Это не крыса, это пчелка. И пчелки вообще-то грязными не бывают. Хотя бывают. Бывают? Когда застревает пух... Это пыльца. Ух, сколько денег. А пчелки уже, наверное, по 250 стоят. Или 750 какие-то пчелки дают. Продаем. Как ты говоришь, продаем. Не продаем, а моем. Еще одна пчелка. И следующая. Сколько стоит? За 50000. Чад. А что такое чад? Флопа. Хочу флопу. Рейнбоу дальше. То есть сначала что мне надо? Чед, рейнбоу, а потом будет флопа. Хочу флопу. Небо, и после флопа будет Амонгас. Я хочу всех увидеть. Но не знаю, ли успею все за одно видео, но чтобы не сильно делать его длинным. Но крыс у меня уже немерено. Если я раньше ходил поначалу, собирал каждую крыску там наверху, то сейчас просто их куча. Вот сколько пчел у меня уже.
И денег нормально. А сколько мне надо? Мне надо 50 тысяч. Это много. Так. Сколько? О, так нормально. Тут он быстро-быстро работает, денежки мои. Уже 37 есть. Нормально. 50 сейчас будет. И это будет что? Чад Ред. Вот что за Чад Ред? Вот интересно. Чад это, типа, крутой. Крутой? Крутон? И где ты крутой? А ну, мне интересно, как он выглядит. Джентльмены, вижу. Вот новое, вот у меня что-то новое, может, мы увидим. Мне кажется, я... А, то донатс. И я не... А, вот он, разноцветный! Нет, это рейнбоу. А, это... А у меня разве есть... Нет, это нуб. Нуб разве разноцветный? Хотя-то... Не, это чад. Вот этот разноцветный, вот он, это чад. Идем их продавать и покупать новые чады. Не, нуб самый такой некрасивый, грейфиш. Обычная грей рыба. Грей грет. Серая крыса, самая мужская. Именно такой обвит для нубов есть. А, ну да, но нубы, видишь, тут нубы это серая крыса. Е-е-е. А вот этот чад, это вот этот разноцветный, короче. Где-то только что я его поймал. Катя, еще чуть-чуть до реберса, да? Мне надо 900 тысяч. Вот, вот он чад, вот этот. Лежит что-то боком. И... Так, я могу купить нового. Новый чат. Следующий за 60. Бэм. Может апгрейд купить? Да. Да. Бу. Так. Еще раз. Я сделаю апгрейд его. За 1000. Мне сильно только крыс застряло. Ага. У Кати 4 миллиона. У меня тоже уже денег нормально так зарабатывается, но у Кати вообще круто. Так, 60 тысяч, и я могу покупать новый чат би. Чат би? Я сказал пчелка. Крыса. Чат ред. И... Ту-дум. Кстати, про пчелок. Давай сыграем следующее видео. Би-би или би-спайдер. Би-спайдер? Кстати, я еще не играл би-спайдер, да. Вот давай в следующий раз мы поснимаем что-то би-спайдер, давай. Да. Это типа Би-Би, но как толк. Сейчас мы еще вот откроем Rainbow Red, потом флопу. Очень хочу флопу. Прям флопа должен быть прямо... Это настоящая флопа. Да. Только почему его назвали крысой? Я не знаю. Так же как пчелка. Так. Пэм. А, да, и Рейндир Ред. Рейндир похож не на... Так, Рейнбоу за 100 тысяч уже. Вау, дорого. А флопа будет за 250. Вау, вау, вау. Этот суповый крыс напоминает тебе суповый из Рататуя? Суповый из Рататуя. Ну, в принципе, да, да, он такой толстенький и кушает. Только невозможно рассмотреть, так чтобы раз и остановить. Вот он супом и упал, завалился в кучу. Вот еще один. Круто. Так. Что-то мне надо? Я уже и забыл. 100 тысяч надо. Так, мне надо 500 тысяч. Ну ты быстро. Я думаю, что ты сейчас уже быстро зарабатываешь 500 тысяч, да? На 100%. Так, 100 тысяч. И... Rainbow Red. Первый Rainbow я купил. Где он? А ну-ка, где Rainbow? Покажите мне. Аж интересно, на кого он похож. Радуга, ты где? Очень вот она первая. Ее, прикольная. Ага. Это там такая радуга, по которой бегают единороги. Pink Fluffy Unicorn. Dancing on Rainbows. Так, мне уже надо сколько? 125 тысяч. Все. До флопы осталось совсем немного. Я смогу купить флопу. Сейчас, еще немного. Надо купить еще две вот этих радужных. И потом будет флопа. Обалдеть, там какие-то по тысяче, какие-то по две даже дают, да? Типа, помнишь, когда я и Маска весь дом включили эту песню? Pink Fluffy. А, да, 10 часов Pink Fluffy Unicorn, или сколько там? 10. Кстати, мойку апгрейдить не обязательно. Они и так достаточно быстро моются все. Вон как они купаются там все. Буль-буль-буль-буль-буль. Ты хорошенько апгрейднула. Это на максимум.
Так, 125 тысяч, и я смогу купить новые радужные. 300 тысяч! Хотя 250! А мне? 125 и есть! Новый радужный, пошел! Сейчас, мне еще немножко, мне 250 будет стоить флопа, а этот стоит 150. Стой, па! Ау. Когда я ребёркну, мне не будет эти, Christmas. Ну да. Надеюсь, что останется. Так, самые крутые, конечно же, радужные. И они почем там, не знаю. Коп, кап. Один кап у меня 5000. Кап, 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 5000. Я думаю, ты про чашку. Чашку. Не-не-не, в смысле, одна капля, одна капля крысовая. Одно падение небольшое. Yes. Да, ну уже долго, ты знаешь, если первые быстро зарабатывались, то сейчас уже вот 150 тысяч мне надо... У меня достаточно! Целых надо, ну, долго ждать, не знаю сколько. Минуту, может быть. 5 миллионов, и Катя делает реберс. Вот расскажи, что случается, когда ты делаешь реберс? Я надеюсь, что мы Christmas уже оставим. Да, было бы круто. Фух, и... сделать? Ну, давай, конечно. Но... Катя делает реберс. Это звук от... Это звук от того, что ты ребер сделала? О, что это, кстати? Смотри на мои деньги, смотри на мой домик! У Кати все новое. Крисмас еще есть. Ага, есть. У нее, Кати, Крисмас какая-то горка есть на самом верху. Так, мне надо 150 тысяч купить последнюю радужную. И потом 250, и первый будет флопа. Они так медленные. Они такие медленные. Итак, смотри, итак... Ей, у Кати супер медленная игра. А хоть что-то ускорилось, улучшилось после реберса? Нет. Так должно же ускоряться. Так, я купил последнюю радужную. Все, сейчас ждем флопу. И встречаем разных крыс. Ждем флопу. Тим. Оп. 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 Па, мои крысы все еще застрялись. Вау, Кати, у Кати, значит... как это, спавнятся только серые крысы, а в ванной застряли даже флопы и все самые дорогие. Которые ребёркнутся. Па, представь, они сейчас автоматически продадутся и потом мне дадут что-нибудь. Да, вряд ли. Мне кажется, они продались, просто почему-то картинка не ушла. Так, 50 тысяч есть, мне надо 250, чтобы увидеть флоп. Очень хочу увидеть флопу. Короче, такая себе вот... Крыса-мойка у нас сегодня. Шарики длинные, пиццы суповые, радужные, пчелки белые, джентльмены, сырные. По-моему, всех назвал. А, донатцевые еще, донатцевую не назвал. Еще бэйби или как она там, маленькая, которая. Так, 100 тысяч есть? О, но мне надо 250. Small Red. Small Red, точно. Мне надо 250 тысяч. А у меня... Я сейчас крутой, значит. Сейчас Катя, значит, нубик, потому что она после реберса совсем медленная. А я прям крутой. Ну ты должна как-то ускориться. После реберса должны делать какие-то ускорения. Где реберс? Где написано реберс? Я хотел бы почитать. И got to go fast, не знаю. А где реберс? Так. У меня крыс, кстати. У меня 6 тысяч крыс почти. Почти. Оно только появляется тут, посмотри. Угу. Когда ты все купил. Ага, то есть я даже не могу увидеть реберс табличку или кнопочку. Синенькая. Угу. Надо вам показать тебе. Так, еще чуть-чуть, мне совсем немного осталось до флопа. А разных уже сколько этих крыс у меня. 250! 240! 245! 200! Не успеваю. И... Ну дай. Что, не хватит денег? Да, они не хватает. Они быстрее падают. Ага, быстрее падают. Может быть, быстрее сами крысы появляются, да. У тебя, да? Так, я чуть-чуть не хватило мне денег на... Есть! Флопа! Первый флопа где? Флопа! А реально, где флопа? Он большой должен быть, да? Эй, флопа! Я купил флопу. Ты где? Вот он! Вот он! Настоящий! Ну вот скажите, разве это крыса? Ну вот флопа. Но это не крыса, это... Флопа любит есть крыс. Это флопа!
Ну все, я его даже не буду сейчас пока собирать. Скажите, вам нравится флопа? Мне очень нравится. Так что, если вам нравится флопа и вообще все вот эти разноцветные крысы, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.